Тысячи студентов и школьников по всей Испании протестуют против сокращений в сфере образования, которые планирует ввести правительство Мариано Рахоя с целью снижения государственного дефицита. В Мадриде 18 октября, на третий день забастовки, к молодежи присоединились их родители. Манифестанты, выкрикивая лозунги, прошли маршем по улицам испанской столицы. Колонна протестующих начала движение от здания парламента страны и направилась к Министерству образования. Власти Испании намерены увеличить плату за обучение и в то же время урезать стипендии и гранты. Это неправильно. Я борюсь за то, чтобы чего-то добиться в обществе. Они не хотят, чтобы мы учились. На фоне сокращения в госсекторе и повышения налогов недовольство среди испанского населения все возрастает. В этой стране зафиксирован самый высокий в еврозоне уровень безработицы – практически 25%. У молодежи ситуация еще хуже. Каждый второй в возрасте от 19 до 25 лет трудоустроиться не может. Кроме того, по данным ЮНЕСКО, в Испании самый высокий в Европе процент молодежи, которая, получив среднее образование, не продолжает учебу.